блядь! Твою мать! Мне в жопу всадили! Твою мать! Что-то мазешка? Да. Заебись! Нихуя, погоди! Сейчас я остановлюсь. Подожди, остановлюсь, у меня давай, все заснято. Тормози. Четко в мазь, убитый туз. Старый кассетник, уже не те децибелы. Цифры в килогерцах, пером, как прицелом. Безликий на шифре, через барьеры прямо. Прячу улыбку, сын, пока не спалила мама. Подожди, просто... Есть! Готов, нахуй. Все, пизда, мы встали, блядь. Вот долбоёб! Тормози. Ебать её, урод. Чё он, придурок, нахуй, не видит, что ли? Тоже проблем было. Твою мать!
выпиливать. Тихо, да? Держи себя в руках. Пиздец. И что говорят? Поехали, а? Понять ничего не могу, блядь. Твою мать, блядь! Приехали, да? Да не говори, блядь. А? Опа! И нас задело. Ну что, езжайте с Ленкой, я останусь. Опа-на! Ух ты ж, блядь! Ёб твою мать! Охуеть! Регистратор-то записал хоть? Фото повели частичное наступление на наши войска в районе Шервинты. На остальных путях к Вильне без перемен. Французская печать сообщает, что турки возводят сильные укрепления в всей Сирии. Всем остальным. И только как бы в пределах своего района. То есть это значит... Опа, опа, блядь. Опа. И второго еще. И пиздец. И ёбаные олени. Ёбаные олени. А еще все, блядь. На месте боя обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и готовых к применению самодельных взрывных устройств. Которые очень жесткие, очень по делу, очень технологические. Потому что Максим довольно подробно разбирает, как именно технологические выборы были провалены. Как, скажем, не было нормального фандрайзинга. Тихо. Ваня, иди сюда.
Ах ты, пидорас! Охуеть!